Вот он, 2020 год. Но я, собственно говоря, засниму воробья, чудно бесстрашного воробья, который греется у моей дровяной печки Торкс. Замерз. Он такой нахохлился. Весь где-то он там был. Даже я его что-то не вижу. Там я им рис положил. Хотя что-то с утра. Не вижу я его. Вот только что здесь ошивался. Буквально в метре от меня приземлился. Странно. А может, он изучал что-нибудь, я положил тут или нет? Ну ладно, засниму, может быть.